Газовому взрыву нет. У проблемных жильцов проверяют плиты и аварийные отключают. Посмотрим, насколько оборудование соответствует. Есть ли проблемы, надо ли заменять его. Вместо кондукторов электронные валидаторы. Качество автоматики оценили в клинских маршрутках. Работа стала проще, удобнее. Меньше отвлекаемся. Больше на дорогу. Внимание. Счетчик мотает, а данные снимаем по смартфону. Оператор сотовой связи предлагает новый IT-проект. Это удобно как для самих потребителей, так и для компаний, которые продают энергоресурсы, потому что происходит онлайн-учет. Поддержите акцию «Скворечник», но мастерите для пернатых только правильные домики. Особенно птенцам очень сложно будет выбираться, если они будут строганы доски изнутри. И таким образом их дом станет для них западней, они не смогут его покинуть.